Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Еще одно ДТП. Сегодня на пересечении улиц Ленина и Театральная произошло столкновение двух автомашин. Художник и философ Айвила Шемер посетила наш город с персональной выставкой своих работ. Вчера в Астане с участием президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева прошел индустриальный форум, посвященный реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы. В ходе телемоста был введен в эксплуатацию ряд индустриально-инновационных объектов, в том числе железных дорог Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубаркуль. Подробнее в нашем следующем материале. Президент страны провел в формате общенационального телемоста «Сильный Казахстан. Построим вместе. Рабочее совещание», во время которого был рассмотрен ход реализации программы ФИР. Во время телемоста был введен в эксплуатацию ряд индустриально-инновационных объектов и дан старт строительству новых проектов, в том числе железных дорог Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубаркуль. Эта великая стройка больше 1000 километров проходит по всему центральному Казахстану от центра до самого запада. Возле дорог возникнет много станций обслуживающего персонала. Сотни тысяч людей получат новую работу, отметил на форуме лидер нации Нурсултан Абишевич. Цель строительства дороги Жезказган-Бейнеу – вывести экспорт товаров в европейском направлении и в сторону Персидского залива. Предусматривается, что благодаря дороге можно будет перевозить до 21 миллиона тонн грузов в год. Ее протяженность – 988 километров. По информации акимата Карагандинской области, первым этапом проекта Жезказган-Бейнеу станет строительство железной дороги на участке Жезказган-Саксаульская. Его общая протяженность составляет 517 километров, в том числе 374 километра. По территории Карагандинской области. Кроме того, железнодорожного полотна намечено строительство 3 участковых и 3 промежуточных станций, что позволит создать 900 постоянных рабочих мест. Кроме того, будет построен 171 двухквартирный жилой дом, 2 средние, 3 начальные школы, 5 детских садов, акушерский пункт и другие объекты. Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубаркуль железнодорожной магистрали образуют новые маршруты перевозки грузов, позволяющие сократить дальность пробега и снизить транспортную составляющую стоимости перевозимой продукции, будет стимулировать развитие предприятий и создание новых производств в регионе. Жазира Абдраимова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Государство оказывает всестороннюю поддержку аграриям, в том числе выдавая доступные микрокредиты на развитие собственного дела на селе. Главным оператором государственной программы микрокредитования сельского хозяйства является дочерняя компания акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Казагра» и фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В своем ежегодном послании народу Казахстана глава государства неоднократно акцентирует внимание на повышение доступности кредитных ресурсов для сельского населения. Главной миссией фонда является именно предоставление доступных займов сельхозтоваропроизводителям и сельским предпринимателям. В 2011 году реализовалось 3 программы кредитования, в частности программа «Сельский микрокредит», направленная на микрокредитование сельского населения. Об основных направлениях деятельности компании рассказывает заместитель директора Карагандинского филиала акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мадияр Санатович. Целью фонда финансовой поддержки сельского хозяйства является микрокредитование сельского населения. Для этого предусмотрено несколько программ, одним из которых является программа «Сельский микрокредит», также программа «Игнжай» и программа «Сабага». Вкратце, если рассказать по этим программам, сельский микрокредит предназначен для любого сельского жителя. Предоставляется кредит в размере до 1 миллиона тенге по 9,5% до 3 лет. Сабага на приобретение маточного поголовья, быкопроизводителей для производства молодняка мясной породы. Игнжай по кредитованию весенне-полевых работ. Только по программе «Сельский микрокредит» за 7 лет деятельности фонда выдано около 3000 микрокредитов на сумму порядка 802 миллиона тенге. Мы берем залог в виде движимого, для любого движимого, недвижимого имущества, в том числе и находящегося в сельской местности. Залог также принимаем недвижимость, находящуюся в городе.
Надо отметить, что эти другие меры, предпринимаемые акционерным обществом Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, позволили ему стать не только ведущей организацией на рынке микрокредитования сельского населения, но и в целом значимым игроком на отечественном рынке микрофинансовых услуг. Деятельность фонда отвечает актуальным задачам развития экономики страны, о которых говорит глава государства в своем послании. Займы предоставляются на развитие или создание собственного дела и не являются потребительскими. Таким образом, клиенты фонда получают возможность заработать, формируют основу для развития инфраструктуры села и повышения своего благосостояния. Жазира Абдраимова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Еще одно дорожно-транспортное происшествие. Сегодня на пересечении улиц Ленина и Театральная произошло столкновение двух автомашин. В одной из них находился 7-летний ребенок. К счастью, жертв удалось избежать. Подробнее в материале Мейрамгуль Салкимбаевой. Число по факту дорожно-транспортных происшествий в нашей области увеличивается. За неделю насчитано около 3 дорожных происшествий, а сегодняшняя авария произошла прямо в центре города. Около 12 часов дня на пересечении улиц Ленина и Театральная столкнулись автомобиль Land Cruiser и Subaru. Как выяснилось, в Subaru находился 7-летний мальчик. К счастью, он не пострадал. Однако, несмотря на это, на месте аварии разразился большой скандал. Это мама мальчика, который находился в Субару. Конечно, все обошлось, но могло бы быть и хуже. Водитель Land Cruiser же отделался одной капелькой крови на футболке. Водителю Субару, который получил различные травмы, была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался. Однако дядя 7-летнего ребенка больше переживает не за свою поврежденную руку, а за своего племянника. Это наш? 2-1-1. Водитель обязан есть. Что делать? Это когда у вас... Что водитель обязан? Конечно, в данной ситуации нельзя никого винить. По словам дорожной полиции, большинство аварий происходит по вине водителей. Любитель автомашин превышает скорость на дороге, не задумываясь о том, что последствия могут оказаться неблагоприятными. В свою очередь, хотим сказать всем водителям, прежде чем превысить скорость, подумайте хотя бы о пассажире, который сидит на соседнем сидении. Ведь на тот момент его жизнь зависит от вас. Мейрамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Шахтерская столица стала местом проведения республиканского совещания ветеранов-энергетиков. Более 60 делегатов со всех регионов республики, а также руководители Казахстанской электроэнергетической ассоциации обсудили главные проблемы энергетики страны. Республиканское совещание проводится уже 4-й год. Участники – ветераны энергетики, опытные работники, которые десятки лет трудились на энергетических предприятиях. Люди, имеющие большой опыт за плечами, знают всю казахстанскую энергетику изнутри и могут подсказать, каким образом можно решить ее проблемы. А их немало. По мнению участников республиканского совещания, развитие казахстанской энергетики не в полной мере отвечает плану индустриально-инновационного развития экономики страны. Да и к тому же половина оборудования электростанций и сетей физически и морально изношено. Перечислять можно долго. Очевидно одно – решать эти проблемы необходимо в срочном порядке. Мы разработали свою программу развития электроэнергетики, и сейчас задача стоит перед местными исполнительными органами тоже в рамках развития своих региональных программ также уделить большое внимание, значит, направлению возобновляемых источников энергии. Потенциал у нас очень высокий. У нас ветропотенциал, солнечный потенциал очень высокий в Казахстане. Казахстан имеет огромный потенциал возобновляемых источников энергии, в частности гидроэнергетики и ветровой энергетики. Но, к сожалению, все это не до конца освоено. В настоящее время возобновляемые источники энергии представляют лишь около 1% в энергетическом балансе Казахстана. Основные проблемы, которые здесь были озвучены, это, конечно, они требуют очень такого системного, как я сказал уже, подхода. И мы, ветераны энергетики, все-таки выходит предложение президенту, премьер-министру о создании самостоятельного государственного отдельного органа Министерства энергетики. Как вы понимаете, уже несколько лет у нас Министерство энергетики и нефти, Министерство новых технологий. Но вот именно общие вопросы, именно курирование всех этих вопросов непосредственно должно заниматься отдельным органом. В соответствии с национальными программами предусмотрено увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Казахстана до 5% к 2024 году.
Улучшение ситуации в сфере безопасности труда в результате комплекса системных мер законодательного характера. Таковы цели прорывного проекта «За безопасность труда горняков». Кроме того, с целью выяснения состояния обеспечения шахтерам безопасных условий труда со стороны работодателя, на угольных шахтах и рудниках было проведено анонимное анкетирование, результаты которого показали, что работодатели зачастую нарушают права работников в части обеспечения спецодежды, питанием и привлечением к сверхурочным работам. В рамках данного проекта прокуратура области заключен меморандум с Карагандинским филиалом партии «Нур-Отан», с Федерацией профсоюзов области о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав граждан на свободу и охрану труда, недопущение задолженности по заработной плате, использование имеющихся правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. По результатам проверок была дана оценка эффективности контрольно-профилактической деятельности уполномоченных государственных органов. В Генеральную прокуратуру внесены ряд предложений об изменении и дополнении в действующее законодательство. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Человек с особой философией видения мира, пишущий картины в светлом и позитивном свете, несущий добро и радость. Художник и философ Авива Шемер посетил наш город с персональной выставкой своих работ. Событие приурочено к 20-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем. У самой художницы также есть связь с нашей республикой. В годы Холокоста ее родители нашли убежище на казахстанской земле. Когда я сюда приехала, я действительно встретила здесь замечательных людей, которые оказали мне действительно теплый прием, и я поняла, почему эти люди помогли моим родителям, что это действительно правда, Казахстан потрясающий. 20 работ, выполненные из смешанной техники, представлены взору карагандинских любителей живописи. Пребывание госпожи Шемер в нашем городе недолгосрочное, всего 2 дня. Далее художница отправится в столицу Франции. Там уже завершились все приготовления к выставке. На вопрос, есть ли в творчестве израильской художницы казахские мотивы, Авива Шемер отвечает отрицательно, но заметила, что в ее студии стоит скульптура казахской девушки, над головой которой огромное солнце. Это изваяние очень помогает в творческом процессе, заметила израильская художница. Александр Крылов, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Приняты законы Республики Казахстан об энергосбережении, повышении энергоэффективности и внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Во исполнение пункта 3 общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана постановлением правительства Республики Казахстан утвержден комплексный план повышения энергоэффективности страны на 2012-2015 годы. По итогам 2011 года выработка электроэнергии в республике составила более 80 миллиардов киловатт в час, или свыше 104% к соответствующему периоду 2010 года. Потребление электроэнергии составило чуть больше 88 миллиардов киловатт в час, или свыше 105% к соответствующему периоду 2010 года. Выработка электрической энергии объектами ВИЭ за прошлый год составила 423 миллиона киловатт в час, что на 20 миллионов больше, чем в 2010 году. В 2011 году завершены такие проекты, как строительство Майнакского ГЭС, строительство ГТС на месторождении Акшабулак, введены в эксплуатацию Уральская ГТС и энергоблок номер 2 на Аксусской ГРЭС, введена ветроэлектростанция на шахте имени Ленина угольного департамента ArcelorMittal Темиртау. Впервые в Казахстане реализован пилотный проект по использованию метана на базе газопоршневой электростанции. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон Аздар.